Иногда стресс может захватить настолько, что, приводя себя в порядок после бурной встречи, вы можете обнаружить нежелательные формы выражения любви под названием засос. Он представляет собой внутреннюю гематому без повреждения кожных покровов. Чем раньше начать бороться с засосом, тем лучше будет результат. Первая помощь – приложить к поврежденному месту холод, например, кусочек льда или холодную столовую ложку. Кроме медикаментов, ментозного способа с помощью таких мазей, как троксивозин, леотон или спасатель, засос можно нейтрализировать и домашними средствами. Регулярно наносите йодовую сетку на место засоса и вокруг него. Приложите к засосу свежий картофель, разрезанный на две части. Держите его около 10-15 минут. Потрите место засоса белоснежной зубной пастой. Если засос еще свежий, то убрать его можно при помощи густого раствора обыкновенной пищевой соды с водой. Данную смесь нужно приложить к синяку. Поделись этой полезной информацией со своими близкими и друзьями. А на этом все. Ставьте лайк, если понравилось видео, и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.